Трехэтажное здание на окраине Песочина вспыхнуло за несколько минут, рассказывают очевидцы. Сильно много мебели было. Конечно, оно все же лакированное, что такое. Сухое все такое, конечно. Чтобы справиться с огнем, пожарным хватило часа. Спасатели уже погасили огонь и решили убедиться, что в комнате никого не было. Стали осматривать помещение, как внезапно сверху рухнула плита. Медицинские работники констатировали смерть пожарного и полученные травмы, которые были у командира отделения, которые являлись и ожогами, и переломами. До сих пор не могут найти хозяина квартиры на втором этаже, где и возник пожар. Соседи боятся, как бы тоже не погиб. Один мужчина, одинокий. Ну, бывает, когда подзаработает, выпьет. Или, может, испугался, куда убежал. Бог его знает. В милиции говорят, под завалами никого нет. Но родственница Светлана не верит. Ждем. Ждем результатов. Поднимем плиты, тогда будет видно. Тем временем местные власти подыскивают для пострадавших временное жилье. В отселении нуждаются 5 человек. Люди пострадали, мы поможем им материально на первое время, а потом будем решать дальше. Вопрос с проживанием и с предоставлением жилья там или с ремонтом. Сколько времени и денег понадобится на реконструкцию дома, в поселковом совете еще подсчитывают. Татьяна Федоркова, Андрей Рудунков, события, Харьковская область.